Даниил, привет. Очень рад я, что у вас все удачно. Я вот то, что вам написал, немножко покажу. Значит, вот это магнезия. Как бы, чтобы вы понимали, да? Магнезия так у меня накрошена, много ее разной тут. Я не буду натирать, потому что, в общем, я без нее справлюсь. Но вообще натирайте достаточно, так скажем, смачно, чтобы руки практически полностью, рука была белая. Я вот ее убираю. Значит, это вот эспандер, я вам покажу. Супермастер, да? Это, ну, как Т6, чуть легче Т6. Что такое глубже установка к руке? Вот видите, то есть расположение на кисти практически вот в эту зону уходит. Не ближе сюда, а дальше сюда. И во время установки, видите, да? Значит, более глубокий жим. Здесь вы пальцами можете помочь тремя. И вот так закрываете. Потому что когда вы установите глубоко сюда, то во время давления устанавливающей рукой у вас, в общем-то, он немножко сдвинется назад, но не очень глубоко под палец, чтобы не было крюкового захвата. Тогда вам дожимать будет нечем. И вперед. Будет все получаться. Я надеюсь, удачи вам. Рад знакомству. Пока.